Ряд новых документов, связанных с наследием одного из выдающихся представителей Карабахской школы Мугама второй половины XIX века Мешеде Мухаммеда Фарзалиева, обнаружили в Азербайджане. Исследовательской работой занимается Международный центр Мугама. Сейчас изучается деятельность исполнителя за рубежом, ведутся поиски его могилы. К работе привлекли журналистов-исследователей Дильгама Ахмеда и Хафиза Ахмедова, а также ученого-исследователя Гюльгусейна Кязымлы. Мешеди Мухаммед Фарзалиев занимался пропагандой азербайджанского мугама. Он был одним из известных исполнителей в Турции и пропагандировал именно азербайджанскую музыку. В результате исследовательской работы обнаружили три пластинки Мешеди Мухаммеда Фарзалиева, которые до сих пор не были известны музыкальной общественности. Нашли также афишу мероприятия, которое было организовано в Стамбуле по случаю 50-летия певца, а также статьи о его концертах, изданные в турецкой газете «Истиглал». Международный центр Мугама также намерен организовать презентацию видеозаписей. Специалисты подчеркивают, что деятельность Фарзалиева внесла важный вклад в развитие азербайджанской музыки. Иногда есть в архивах, как безусловно нашей страны и в архивах некоторых других стран, есть данные, которые при изучение которых ученые выявляют определенные факты, которые могут быть очень интересны для нашей общественности, для нас. Мешеди Мухаммед Фарзалиев в течение долгого времени пропагандировал азербайджанскую музыку. Мешеди Мухаммед Фарзалиев родился в 1872 году в городе Шуша. Долгое время работал в Янджи, затем в Тбилиси, Батуми, Владикавказе. Он давал концерты во всем мире. С 1926 года Фарзалиев в сопровождении трио исполнителей мугама неоднократно выступал во многих городах России, Польши, Германии, Франции, Бельгии, Англии, Румынии, Турции и Ирана. В 1929 году переехал в Турцию, где и жил до конца жизни. Скончался Мешеди Мухаммед Фарзалиев в 1962 году в Стамбуле. Эсли Назарова, Наиля Гасанова, Рафат Алекперов, CBC.